Так, да. Инцидент. Олег сбежал из центра, но может что-то ее вернуло. Людей исчезнуть. Заканчиваем. Инструктаж. Брат какого-то живой. Непоколебимость, часть первая. Так. Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте. Вы на канале Казуку Фэмили. И мы начнем такую игру, как Непоколебимость, часть первая. Игра есть в Стиме, часть вторая. Уже на платной основе. Ну, посмотрим, что будет в первой части. Всем приятного. Так. Ага. Окей. Там, Джек. Ага. Он скоро, типа, кокнется. Ага. Как человечество уничтожилось. А, скрыть это типа нельзя. Природа. Натали. Обречи мои печали, Натали. А что, нельзя? Да, я впервые увидел, что ангел упавший с небес. Так, подожди, а как пропустить? Ой, скрыть. О. Я хочу скринчик сделать. Так, мы целовались туда-сюда. А, вот как. Мне диагностировали рак. Военная база, все как обычно. Ух ты. Обсуждать. Че вы так сильно ребенка увеличите? Подожди-ка. Ну, тут еще музычка ничего так. Так, подожди. Ага. Военные эксперименты делают. И она приехала. Хоп. Ну, кстати, рисовка как у этого, в ходячих мертвецах. Довольно неплохо сделано. Ага, вот типа и... А чё, у них разборки? Не разрешаю брать дочь на охоту. Так, ты знаешь, что там с лесом? Ладно. Она вообще сливы. Убивать животных. Ну да. Так, чё? Выбор.
ладно, давайте извинимся. Он типа с нас. Она нас с дочерью типа оставляет. Так, окей. Мама плакала. А, стрелять в них. Ужастики. Вторжение похитителя тел. Ага. Потеряла зайца, ну зашибись. Поищешь игрушку. На заправку. Остановить ее. Thank you.
сэндвичи. Где-то еще. Женщина. Статус. Устройство слежения. Интересно. На. Ты можешь такой скрин сделать. А почему нет? А, вот как это работает. Интересно, благодарю. Так. Пятница, станция Боба. Так, а чё, к чему мы готовимся? Закупаемся, чтобы... Боб. Квадратные штаны. Вылазка. Защищал их. Менты. Купить выпивку, не покупать выпивку. Выпивку нет, наверное, не покупать. Ага. Понятно. Хижина. Женщина. Та самая, что ли? Или нет? Так, ну-ка. Так. Женщина, 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 да? Не знаю, она, не она. А ее можно не брать? Зачем ты с ней заговорить решил? Вежливо, ну давай. Джейн. Грейвиль. Кот. Денег, куртку.
И давай ничего нафиг. Куда это надо ломиться? Это баба? Ну, тоже, кстати, неплохая рисовка. Так, сейчас подожди. Ник. И... А, подожди, я ж не нажал это. Я не нажал клавишу. Клавишу не нажал. Так, опять? Или это другая? А, вот она, это самая жесткая женщина. Гоши. И что-то сейчас будет, да? Чего? Это та баба, что ли? Или что? Или кто это? Так, ну это, я так понимаю, мы в своей хижине, да? Ну да, в своей хижине. Кто звонит? Дорога. На охоту. Так, а может вот такой скрин неплохой мне подойдет? Тоже в принципе неплохо, да, ребят? Так. Он с дочкой разговаривает. Невозможно, ну давай. Текст. Ужастиков.
бутылка. Иди спать, давай. Опять эта женщина. Собака попала в капкан, да? Сбоку. Давайте попробуем. Спереди. Покормить надо было собаку, что ли? Перерезать веревку. Давай карманным ножом. Смыться я. И дальше. Mm-hmm.
Это та же женщина, что ли? Типа зомбирована, что ли? Так, ясненько. Собаку будем, короче, лечить, да? Кличку собаки. Ага, с собакой мы теперь типа подружились, да? Женщина. Понятно. Поохотиться. Понятно, значит будем.
съел, что ли? Ну да, решила покушать. Нифига себе. Ну а что было делать? Только застрелить. А то бы нам иначе было бы хана. Бежим нафиг. Да-да, в хижину валить надо. Так, сохраниться надо. Так. А, она же врачом работает, ну да. Ее укусили? Охренеть. Успокойте ее, подожди. Так, ну в принципе можно и вот этот скрин сделать. В принципе, почему нет? Лихорадка. А, рассказать ей все, да? Ого. Это с Бобом типа такая херня произошла, да? Вот типа первая часть такая, да? Ну,
короткая, конечно, в принципе. Я не думал, что будет до такой степени коротко, в принципе. Ну, в принципе, ничего так интересно. Конечно, очень довольно-таки коротко вышло 36 минут. Ну, мне понравилось. Вроде история неплохая. Главу вторую обязательно мы попроходим, в принципе. Вот, непоколебимость. Ну, понятное дело, что банальный сюжет, эксперименты, военные. Вот эта женщина-шпионка, короче. Вот. Потом вот это люди, которые типа зомби напоминают. Понятно, все это клише, банально, но сама рисовка, музыка и стиль мне понравились. То есть первые впечатления довольно-таки, ну ничего так, неплохие. Нашли собачку там, собачка нас пыталась защитить. Вот, но то, что этого Боба уничтожили, я так понимаю, что похитили дочь. Ну, походу. И они вместе с женой, походу, будут дочь искать. Посмотрим, что будет дальше, когда будет русификатор ко второй главе. Вот, в принципе. Ну, короче, я ожидал большего, но получил, в принципе, хоть что-то. Игра бесплатная в Стиме, вы можете ее забрать, поиграть, разные выборы. Короче, ну, туда-сюда, короче. Вот, выборов не так-то много, по факту. По факту, да. Ну а всем спасибо за внимание. Не забывайте рассказывать про канал Казуку Фэмили. Не забывайте ставить лайки. Мы проходим, играем, показываем что-то новое, интересное, прикольное. Новеллы там, всякие кшончики, РПГшки, мультяшки, гоночки, драчки, ужасы. Вот. Ну а всем спасибо. Вот. Всем до скорого, не прощаемся. Всем всего хорошего и всем пока-пока.